Куда же пойти учиться в Турции? Здравствуйте, меня зовут Лилия. Сегодня этот вопрос волнует многих россиян, желающих перебраться в Турцию на постоянное место жительства всей семьей. Многие уезжают в Турцию с детьми, которые еще учатся в школе, или собираются поступать в университеты. Сегодня образование в этой стране находится на высоком мировом уровне. Такие специализации, как строительная инженерия, медицина и туристические услуги, пользуются большим спросом. 5 университетов Турции уже сегодня вошли в список востребованных университетов мира. Здесь выдаются дипломы, которые признаются и принимаются в Европе и Америке. Один из самых популярных университетов – Анадолу Юниверситеси. Популярен университет в Анкаре, Стамбульский, в Газе. Многие из наших соотечественников выбирают для жизни приморские города – Анталию и Аланию. Самый популярный университет в этом регионе – Акдениз университет. Здесь преподают коммерцию, бизнес, медицину и многие другие востребованные науки. К университету относятся 13 профессиональных технических училищ. Университет участвует в программе студенческих обменов, в том числе и с Россией. Кроме того, многие дисциплины здесь преподаются на английском языке. Важно, что при вузе есть курсы турецкого языка, куда может записаться любой иностранец, чтобы продолжить обучаться на турецком языке. Большой популярностью среди русскоязычных студентов пользуется Международная академия туризма. Здесь ведется обучение не только на английском, но и на русском языке. Стоимость обучения начинается от 3500 евро в год. В основном сюда поступают студенты в возрасте от 14 до 18 лет. Но в целом возраст абитуриентов никак не ограничен. Самые маленькие также не останутся без качественного образования в Турции. Океанус Колледжи находится в Анталии, в районе Кони-Алты. После его окончания можно поступить в другие его отделения. Обучение ведется на разных языках. Специализация школы – математика, компьютерные технологии, химия, физика, программирование. Одним из самых престижных является колледж ИСТЕК. Он также расположен в районе Кони-Алты. Это школа-партнер Кембридж. Здесь учат на английском, испанском, немецком, французском и итальянском языках. Это отличная стартовая площадка для поступления в университет как в Турции, так и в Европе. Филиал Стамбульского университета в Анталии – колледж Бахчешахир. Студенты, окончившие этот колледж, могут без экзаменов быть зачислены в крупные университеты Турции. Обучение ведется на английском языке. Для многих будет очень важной следующая информация. В Анталии есть Московская международная частная школа, где обучение ведется на русском языке по программе Российской Федерации. По окончании школы выдается аттестат российского образца. Также в Кони-Алты есть международная русская школа, которая обучает по тем же критериям, то есть на русском языке и по окончании аттестат о среднем образовании российского образца. Если же вы хотите, чтобы ваш ребенок обучался на английском языке с дальнейшими международными перспективами, то это также возможно. Международная британская школа ICCA находится в Анталии, и там преподают носители английского языка. В Алании также есть русская школа, где преподавание ведется на русском языке. Она находится в Кистеле. По окончании ее также выдается аттестат о среднем образовании Российской Федерации. Как видно, возможностей для получения образования в Турции для россиян и русскоговорящих жителей других стран очень много. Но русскоязычные школы, англоязычные школы, университеты и колледжи платные. Правда, стоимость в них гораздо ниже, чем в Европе, даже в России и в Америке. Однако нужно учитывать и тот факт, что при наличии ВНЖ вы можете отправить своего ребенка учиться бесплатно в турецкую государственную школу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока!